за недели две до конца сезона начали слухи идти. Я как бы на это пока не обращал внимания, а потом уже была конкретика, что вот Локомотив хочет купить. Я был за. Я очень рад, что перешел сюда обратно, вернулся. Некоторые думают, что я ушел там за деньгами, да, как они говорят. Но я ушел за игровой практикой. У него есть талант, я надеюсь, что он будет прилежно работать, и из него получится хороший помощник. Я готов стараться, чтобы они опять доверяли меня, верили меня, и я буду прилагать все усилия. Какая адаптация? Он что, не знает русский язык? Знает русский язык. Адаптация игроков он знает. Основная адаптация – побольше работать. Я всех практически здесь всех знаю. С Сабой тоже давно знакомы, еще с Рубина, с Барой тоже давние, можно сказать, лучшие друзья с ним. Поэтому никаких здесь трудностей не было. Вообще все легко, сразу влился в коллектив. Каким он будет стойким в отношении конкурентоспособности? Значит, отсюда зависит его будущее. Это любого игрока, не касаясь там Жамалетдинова. Ребята, дорогие болельщики, я очень рад вернуться домой. Я буду отдавать все свои силы на играх. Вы будете это замечать. Все-таки, все равно дом есть дом. Буду стараться за Локомотив.